Волшебно. Так, спокойно. Здесь совсем не страшно. Круто. Кто там? Выходи! Тише! Мы на пару слов. Дернешься, получишь стрелу промеж глаз, и твой приятель тоже. Что вам надо? Я Дэвид. Это мой друг Джеймс. Мы из большой группы. Женщины, дети. Мы умираем с голода. И у меня много народу. И все голодные. Тогда, может, мы что-нибудь предложим за это мясо? Оружие, ткань, пули... Лекарства! Есть антибиотики? Есть. В лагере. Пойдем вместе Никуда с нами. Никуда я с вами не пойду. Твой дружок сбегает. Принесет, что мне надо, и олень ваш. Приведет друзей. Пустишь стрелу промеж глаз. Именно. Два пузырька пенициллина и шприц. Побыстрее. Бегом. Давай мне ружье. Конечно. Назад. Он не скоро вернется. Ты не против укрыться от ветра? Возьмем с собой. Ну вот. Все-таки зря ты ходишь совсем одна. Одной мне лучше. Ясно. Как звать-то? А что? Слушай, я понимаю, что трудно верить незнакомцам. Лекарство ведь нужно для кого-то родного. Все будет хорошо. Увидим. Пистолет? Прости. Так, отдай, пожалуйста, ружье. Нет, пистолета хватит. Стрелять умеешь? Да уж приходилось. Главное, не дать им влезть сюда. Не сожрали бы оленя. Следи за окнами. Ладно. Сзади!
А ведь правда, стреляешь ты получше меня. Помоги мне. Помоги передвинуть. Давай, давай! Черт! Спасибо. Пусто. Сейчас мчится целая орава. Да, вижу. Один внутри. От нас мчится целая рава. Да, вижу.
не возьмем. Тут пусто. Звучится целая орава. Да, вижу. И внутри. Настроение. За меня не волнуйся. Так, смотри под ноги. Не отставай. Детка, ты цела? Нормально. Щелкуны. Уходи!